Ladies and gentlemen, we have an announcement. On ACA 103 in December, we have our main event. Please welcome into the cage, Dovlet Chan, Yanshi Muradov, and Alexei Buterin. Ladies and gentlemen, give it up for ACA champion Dovlet Chan, Yanshi Muradov, and challenger Alexei Buterin. First of all, we will speak to you, Alexei Buterin. You have been devastating since you moved to light heavyweight. 3 wins, 3 knockouts. There is no argument you have earned this title shot. What does it mean for you to face this man, but also in your home city of St. Petersburg? Алексей Буторин, у тебя идет пока безупречная серия. 3 победы подряд в тяжелом весе. Расскажи, пожалуйста, каково тебе встречаться со своим оппонентом, и особенно в Петербурге, в твоем родном городе? Что ты об этом думаешь? В первую очередь, привет, Москва, все болельщики, здравствуйте. Довлежан серьезный чемпион, потому что чемпионами просто так не становится. Ребят, вряд ли я скажу здесь что-то новое, да, что до меня никто не говорил. Чемпион есть чемпион, но проделал большой путь, большую работу, дрался с сильными соперниками. Но это спорт, хоть мы и общаемся, хоть мы знакомы, но это спорт, повторюсь. Так что выйду, сделаю свою работу, а дальше мы пожмем руки, также посидим, весело поболтаем после боя. И будь что будет. First of all, I would like to say hello, Moscow. Well, I say sport is sport, and Dovlejan is a tough champion. You know, he did become champion for his merits. So I think, yeah, I'll do what I have to do, and we'll face and we'll see what happens. I'll try to pull off a good fight. And Dovlejan, Yanshi Muradov, this belt puts a target on your back. You've been watching the rise of Alexei Buterin. How excited are you to defend your belt against Alexei Buterin in his hometown of St. Petersburg? Скажи, какие твои ощущения по поводу того, что ты будешь защищать свой пояс против Алексея Буторина в его родном городе Санкт-Петербурге? Всем салам алейкум. Добрый вечер. Если честно, хочется в первую очередь сказать, я сегодня очень был впечатлен таким атмосферой турнира, как они прошли и проходят. Спасибо всем, кто вот болеет, истинным фанатам ММА. Спасибо всем большое. А насчет соперника своего, очень серьезный парень, хороший спортсмен. Мы, да, знакомы, у нас как бы дружеские отношения, но 14 декабря, когда мы зайдем в клетку, мы сделаем свою работу. И как бы после всего, какой бы результат ни был, опять-таки пожмем руки, мы будем общаться дальше. Yeah, first of all, I would like to say that you have a great atmosphere here at this tournament. And then speaking of Buterin, I think, you know, we are friends and we'll always be friends, you know, at December 14th in St. Petersburg. We'll do what we have to do, and after that we'll still be friends, we'll do what we do best, and then we'll see. Superb. Ladies and gentlemen, this is your main event. Let's bring them together for their first face-off. December 14th, ACA 103, the light heavyweight champion, Dovlejan Yanshi Muradov faces Alexei Buterin.
Ты что, потолстел? Не, серьезно, бро, что? Я тебя давно не видел, ты в Москве не был с таким. Я был больше в Москве. Извращение, да? Салам алейкум. Ну все, бомбу уже там, бомбу. Будем готовы. Вот они где. Привет, спасибо. Я думал, ЦСКА у тебя. Подготовка, как обычно, прошла. И прошла. Хотелось бы лучше, как обычно. По традиции. Но уже все, что есть, то есть. Что наработали, то наработали. В принципе, это постоянно. Я думаю, у всех спортсменов есть такое чуть-чуть ощущение того, что где-то не доработал, где-то еще что-то. Но это все-таки предрассудки. А Марат? Прикинь, будет. Да, вместе пойдем пообщаемся. Тренируемся. Спаринг. Мы же планировали. Конечно, нормально. Для чего? Четверг. Алёша, нужно его куда? Все же. Я ему хотел на турнир, сказал, не надо мне. Чтобы не сглазить. А что там за реклама такая на доске на красе? Там вот чуть прям зрение. Вот так сейчас примерно. Просто слишком близко, сверху ударить сильно. Алексею, первый мой вопрос. Ни один бой в твоей карьере не дошел до решения судей. Как ты думаешь, в предстоящем поединке что-то изменится или ты не нарушишь свою традицию? Соперник непростой. Думаю, тоже у него есть план на бой. Все это растягивает на 5 раундов. Ни он, ни я, наверное, не хотим. Потому что хочется показать зрелищный бой. Ну, бой может показать зрелищный все 5 раундов. Но закончить хочется досрочно. Вот. Я, в принципе, никогда не нацеливаюсь, да, на досрочную победу. Просто так получается. Подготовка была хорошая, и как бы все братья там, которые мне помогали, в плане ударки, в плане борьбы, даже джиу-джитсу подключился, как Мухаммед Керимов. Думаешь, в чем твое главное преимущество перед Дабриджаном? И увидим ли мы что-то новое, или все-таки это будет стойка? Ну так, насколько ты можешь рассказать такое? Наверное, да, бой будет проходить больше в стойке. Мне это комфортнее, мне это привычнее, еще внушающий или болевой. Хорошо бы, если было так, но, увы, нет. Mm-hmm. Такого не будет. Ну, это спорт, и если каждый раз говорить так, я его знаю, если нравиться не буду, а я знаю его, если нравиться тоже не буду, тогда, наверное, стоит приехать в другую лигу, да, где ты никого не знаешь, и менять лигу. По прошествии какого-то определенного времени, когда у тебя складываются отношения внутри. Я думаю, это влиять на наш бой не будет, потому что мы как бы уже профессионалы, должны делать свое дело. Я думаю, покажем хорошую зрелищную. Сейчас все фишки не будем раскрывать, есть несколько заготовок. Угу. Я сказал правду. Я понял. И чтобы добиться в любой области высоты, нужно обладать качествами, которые... В принципе, схоже, чем бы ты ни занимался. Да, это должна быть дисциплина, целеустремленность, сила воли, огромное желание. Это все важно. И пример других людей, которые смогли добиться на собственном деле, мотивируют. Шикарно. Вот так есть. Просто жду боя. Все. Вот самое главное, да, последние недели тяжелые, потому что такой процесс ожидания. Уже, в принципе, лучше ты за это время не станешь, а хуже можно. Так что 2 недели ожиданий осталось немного. Я думаю, Дабриджан приглашает всех своих болельщиков. Я приглашаю всех болельщиков. Ну, не только своих, не только его, а всех остальных. 14 декабря, Сибур-Арена, 6 часов, если не ошибаюсь, начало. Карт хороший, карт сильный, интересный, пара очень конкурентная. Так что 14 декабря, Сибур-Арена, всех ждем. Спасибо за поддержку. Круто, спасибо большое. Ты все сказал? Да, я тебе рассказал. Пожалуйста, конечно. Ну, как Леша сказал, ужин как бы все на пике формы. Единственное, сейчас осталось только как бы согнать чуть-чуть веса. Кому-то надо согнать, кому-то нет. И всех ждем, конечно, 14 декабря. Надеюсь, покажем хороший зрелищный бой.
Но кроме нашего, там еще все равно есть другие бойцы. Очень хорошие бои, там будут хорошие карты, так что всех приглашаю. После этого из NFSS мне столько комментариев написали. А после этого тоже еще не так уж. Scheduled for 3 5-minute rounds in the light heavyweight division. Fighting out of St. Petersburg, Russia, here is Alexei Budari. Fighting out of Ashgabat, Turkmenistan, world light heavyweight champion, Dolesan Yachimurano. Когда долго работаешь в одном коллективе, хочешь не хочешь, а отношения у тебя с ребятами складываются, отношения хорошие, но это спорт, да, и понимать, да, где личные отношения, где профессиональные. Так что надеюсь, что нам это не помешает, и после боя у нас отношения не изменятся. Не такие уж как бы сильные отношения, да, просто мы знаем друг друга, как бы в турнирах виделись несколько раз, но были моменты. Ну, как бы по поводу, что у нас сильно такие дружеские отношения, ну, я не могу сказать, потому что ну, мы с ним не так, мы только на соревнованиях видимся с ним. Так что, я думаю, это мне не помешает никак. Бой будет интересный, потому что Давлет очень умный боец, а Сухраб ему составляет хороший план на бой, Давлет его придерживается, и на фоне того, что у него уже есть опыт 5 раундов боев, я думаю, у него больше вариативности. Но я не думаю, что здесь все 5 раундов продлится бой, хотя да, доказывать сложно, не нужно. Я могу сказать только лишь одно про него, да, то, что я знаю сам. Он хороший человек и хороший боец. Вот и все. Он, ну, он воин, он выходит, всегда дерется. Каждый бой, да, мне не важно, титульный это бой или обычно рейтинговый. Мотивация здесь не меняется абсолютно, да, потому что для меня первостепенно, да, это не титул, а именно победа. Во-первых, есть цель. Во-вторых, как бы в самом Питере много моих фанатов, много моих соотечественников, друзей. Как бы, а в первую очередь, это главная мотивация, это мои родители. Ladies and gentlemen, this is the moment you have been waiting for! ACA League proud to present the main event of the evening. 5 5-minute rounds for the ACA Light Heavyweight Championship of the World! Let the judges introduce you, your referee of the championship bout. He's a legend of world MMA from the United States, Mr. Herb Dean. Ladies and gentlemen, in attendance, and the millions
MMA fans around the world, live from Seymour Arena of St. Petersburg, Russia, the main part of the evening, ACA Lee! General partner, Pinkable. Strategic partner, Energy Dragon. Introducing to the first, fighting out of the blue corner, the challenger. He's 33 years old, stands 1 round and 2 centimeters tall, official weight 92.75 kilos. He's professional record, 15 victories and 3 defeats. Ladies and gentlemen, his style is striker. Please welcome from St. Petersburg, Russia, the challenger, Alexei Botoy. And his opponent, across the cage, fighting out of the red corner, the champion. He's 30 years old. He stands 180 centimeters tall, official weight 93.35 kilos. His professional record, 17 victories, 5 defeats, and 1 draw. Ladies and gentlemen, he's an MMA practitioner representing Ashgabat, Turkmenistan, the reigning, defending, ACA light heavyweight champion of the world, Kiri. Ну что, дамы и господа, мы дождались этого трепетного момента. Главное событие сегодняшнего вечера – ACA 103, заключительный турнир в этом году и финальная точка в сегодняшнем великолепном вечере боев. Бойцы готовы. Хёрстин, конечно же, кто как не он должен быть рефери в этом поединке. И мы готовы начинать. Ну что ж, сделайте этот бой классным. Начинает работать джебом. Алексей Буторин прошибает установку, очень расслабленный. Видно, что давление, конечно, есть на прецеденте. Алексей Муродов, конечно, очень легок в чулаке, туда-сюда двигается, меняет положение. Кик. Да, никто не рискует, все видели только что бой, который закончился досрочно. Слишком высокие ставки. Попал Муродов, джеба. This is the one thing about Alexei, he's not getting too overzealous with his strikes. Не дает возможности приближаться и ударить по себе. Конечно, но Биджан все прекрасно знает. Нельзя давать возможности пробивать Алексею Буторину. Махнул мимо лица и передал привет. Якобы туда улетел примерно кулак сейчас. Алексей, продолжает улыбаться даже сейчас. Давлетжан.
Okay. Сокращает дистанцию Алексей. Несколько ударов. Заходит до цели. Попал навстречу. Опять поддавливает. Явно первым номером работает Буторин. И отвечает ему изредка лишь. Играется с Алексеем Буториным. Провоцирует, пытается вывести его из стабильного состояния психологического, для того, чтобы его раскачать и заставить соперника ошибиться. Ух, навстречу как. Из 2-2 Буторин не попал. In the cage, you just see him do things that you recognize how special a metallic he really is, especially to move like he does, what the choices he makes at light heavyweight. Very, very impressive indeed. Yeah, because sometimes you see with these weight class, you just see kind of rocking some robots, people just want to fall hard. Oh, you're all out of Alex here. Very well. Yep, that's right. That's right. That's right. Показывает, куда бить Давлетжан, заставляет. Опять вести себя Алексея Буторина, закрыто. Какой внутренний гол. Окей, как Буторина. Догнал, догнал Алексей Буторин. I would say the wrong side is Bogdan is walking again away from the bar. He's done it then. He's right there. He's очень быстро, Давлетжан. Связка. По-моему, Алексею Буторину. Нельзя здесь зарубаться, иначе один из них очень быстро упает. Полу тяжелый вес, друзья. Это завесовая категория, в которой очень быстро все может закончиться. Дыши ровно, дыши ровно. Сложно определить лидера по победе в первом раунде. По крайней мере, я могу понять, каким кто был более успешен. Но, по крайней мере, концовка эпизода, концовка этого раунда осталась абсолютно за Бриджаном. Великолепный был, выверенный очень апперкот, который попал в цель. Здесь Буторин неплохо догонял. Второй из пяти потенциальных начинается прямо сейчас. Очень поддерживает петербуржца Алексея. Скоро болельщиков также приехала Радиката Давлетжана. Издевательски показывает, вот сюда нужно пробить. Еще фронтки. Хорошая школа карате, это видно из-за по перемещений, в эфире движения Давлетжана, когда он как на пружинках двигается на ногах. Вот сейчас характерная черта каратистов, очень жесткие эти ребята. And again with Corey Hendricks as well, same again. Ближе Алексей Буторин ищет удобную для себя дистанцию.
Козики Татаев
Дает последнее указание. Третий раунд. Нажимает вновь Алексей. Двигается очень хорошо Азербайджан. Дефали не достает, но Борин и опять оказывается в положении, когда нам известно со спиной. Нет, есть второй. Крюк, вторая нога заправленная. Пошел давить на челюсть, но отрицательно качает головой Буторин. Не хватает там. Бедер и смог защищаться в этом эпизоде. Снова заправляет ногу. Держи Мурада. Разворачивается к своему оппоненту Алексей Буторин. Азербайджан все равно как бы за спиной находится. Коленом по бедрам заряжает. Дает возможность Георгию так поработать, но только сейчас напоминает об активности. Еще одна попытка заправить правую ногу, здесь повернулся очень вовремя Буторин, здесь уже удается все-таки левую туда замкнуть. Технику для контроля своего оппонента у сетки. Надо сказать, он делает это очень квалифицированно. Гениальное просто, и в этом случае Блиджан как раз подтверждает это известное выражение. Постоянно руки контролирует Алексей Буторин, чтобы избежать возможности удушающего. Пытается подняться и вдруг заправлена нога. Удар пролетает слева, очень плотный Азербайджан. Здорово понимает, как нужно действовать. Шамрадов, находясь в своем углу, получает детальную рекомендацию от своего тренерского состава. Есть возможность для вставания у Алексея Буторина. Здорово! Переводит обратно на настил своего оппонента Алексея Мурадова. Переходит диагональный контроль. Контролирует ноги. 2 минуты до завершения третьего раунда. Занимает позицию сверху Давлетжан Эксумурадов. И опять все то же самое. Пытается встать Алексей, не дает исключения. Снова пытается заправить ногу Эксумурадов. Несколько ударов колени по бедрам. Получается снова заправить визитом давление ногу. Контроль руки. Снова заправляет левую ногу. Бьет прямо по голове сверху Алексею Буторину Давлетжан. Да, безусловно, не очень динамичный эпизод, но тем не менее мы уже в минуте до завершения третьего раунда. Много борьбы, много сил тратим. Я думаю, что другой первый Буторин достается ему основательно. Но и Кертин пока не спешит поднимать стойку. Я отчетное терпение, с которым сохраняет спокойствие в этой позиции Алексей Буторин. Крайне неприятная позиция, в которой постоянно находится под давлением, пропускает удары. Старается также продолжать контролировать соперника, чемпиона. Классная работа у сетки. Мы из раза в раз повторяем это.
сегодняшней трансляции. Теперь очередь улыбаться была уже Алексея Буторина. И понемногу стекаются секунды для того, чтобы зайти в восьмиугольник. Недоволен собой Алексей, безусловно, нужно сделать какие-то выводы. Пока все, что происходит, все на руку Давлетжану, и при таких раскладах бой состоится. Ноги, ты его поджимаешь хорошо, там все для ног. Типа, нам бы его Можешь все, два раунда остается. Надо забирать. Тип хуже будет залетать. Ты левой ногой только попал, он сразу же задышал. Все пройдет. Ты сам не делаешь свои работы. Seen
Прицеливается Алексей. Идет вперед. Есть попадание колена по корпусу. Отвечает чемпион. Позиция, которая оказывается Алексей Бутов.
И в этом смысле Юрчин сразу реагирует на то, что на поле активным был Давлетжан. Прямо сейчас будет середина последнего раунда. Еще две шлицы, давайте посмотрим. Нет той активности, которая была раньше, или все-таки Юрчин более придирчив стал. Удар. Опять же эти апперкоты есть. Нельзя цепляться за сетку. Зараза пытается сохранить эту позицию. Локоть навстречу. Nice to solve this puzzle in round four. Can he do it again, Brian? Кричат, что остается 2 минуты, уже даже меньше. Ничего не меняется в рисунке, очень тяжело вставать. Поднимается на ноги Алексей Буторин. Мурадов мастерски, мастерски абсолютно контролирует положение. Получается развернуться у Алексея. Ловит шею. На какое-то мгновение захват расцепляется. Рядом с тем, чтобы закрыть захват. Удалось защищаться от этого элемента. Возвращается у оппонента в ту же позицию чемпион. Надо видеть класс, с которым он это делает. Да, вы что слышите, друзья? Большую часть этого боя соперник провели именно в этой позиции. Это говорит о домашней работе, которая была проведена командой и пошла. Мы совершенно точно видим, что этот план не очень нравится публике. Ну, молодец, все средства хороши, как говорится. Особенно, когда речь идет о чемпионском титуле. Can we see one final push here? Еще 30 секунд есть у Буторина, чтобы попытаться уцепиться за чемпионский пояс. И ровно столько же до того, как его повесят на талию Давлетжана. Говорит по-русски. Third team работает. Попадает Давлетжан. Идет за ним Алексей. Это была хорошая рубка. Разводит руками Буторин. Извиняется перед публикой. Он сделал все, что мог. Алексей Фаундер Майербек Хасиев. Alexei showed a lot of character to still be in that fight from the start to the end. Поднимается! Прямоугольник! Could they easily make a lot of fighters quit? Майербек Тулбекович! Касиев! Алексей Яценко! Для того, чтобы ненарушено вручение боя чемпиона, но интриги нет. Мы знаем, кому он достанется. Да, бой прошел всю дистанцию. Алексей показал всю свою стойкость. Смог он противостоять борьбе, которая, надо сказать, находится на очень высоком уровне. Контроль, позиция президента повторялась из раза в раз. Ladies and gentlemen, before the scorecards of the judges, the words of founder of ACA League, Майербек Хасиев. Добрый вечер, уважаемые зрители. Хотелось бы немножко с вами поговорить. Я бы хотел бы вам задать сперва пару вопросов. Год, который мы прошли неплохо. Как вы его оцениваете? Ваше мнение? Прекрасно. Теперь по поводу сегодняшнего боя, ваше мнение?
Понятно, мы учтем ваше мнение. А в принципе весь ивент сегодняшний, как вам? Поэтому я делаю вывод, что финальный бой должен стоять жирную точку. Согласны со мной? Но сегодня она у нас не получилась, очень жаль. Но в этом не мы виноваты, виноваты бойцы. Согласны со мной? Прекрасно. Поэтому, вы знаете, вообще, в принципе, когда ты что-то делаешь, ты опираешься на команду, на друзей, на близких, на тех, кто нас поддерживает. Поэтому я могу со всей ответственностью заявить, что команда ICA прошла достаточно сложный путь, но мы можем себе поставить как минимум 4 с плюсом. Согласны со мной? Альхамдулилла. Также я хочу сказать, любой человек в своей жизни, в своей работе опирается, я только что сказал, на близких, родных и так далее. Но есть люди, которые вам безвозмездно всегда готовы помочь в любом вопросе. Это не просто слова, это говорится от души. Поэтому я хочу еще раз повторить то, что говорят все бойцы ACA. Я благодарен Рамзану Ахматовичу за то, что он максимально поддерживает спорт не только в Чеченской Республике, но и в принципе в России. И особенно поддерживает ACA. Баркалон, Рамзан, дал сидойла. А теперь результат. Ladies and gentlemen, after the end of the main event of the evening, we go to the Georgia scorecards. 50-45, 50-45, 49-46, 50-45, and 50-45. Your winner by unanimous decision, and still ACA Light Heavyweight Champion of the World, Daniel Chan. Yaksimorada, Kirk Benison. Остается чемпионом Давлетжан Экшимурадов в полутяжелом весе. Спасибо Алексею Буторину за старания и за. Давлетжан Экшимурадов. Congratulations. You've retained the title. A very, very tough fight against Alexei Buturin. You had control in rounds 1 and 2, and in 3 and 4, you seemed to be able to find some energy to get back up. Were you surprised at how tough Buturin was as a challenge? Жан, прими наши поздравления. Ты смог удержать пояс против очень сложного соперника Алексея Буторина в первом и втором раунде. Ты контролировал бой в третьем, четвертом. Он немножко начинал забирать свое, но все же. Ты был удивлен тем, какой сложный соперник Алексей Буторин, и поделись с нами своими впечатлениями об этом бое. Всем салам алейкум. Здравствуйте, добрый вечер, Питер. Спасибо всем за поддержку. Спасибо, Алексей. Очень достойный соперник. Алексей, мы общаемся между собой. Очень сложно было подраться, но сделали. Мы с ним даже во время боя общались. Я говорю, будем затягиваем, покажем шоу. Ну как так? У меня чуть была, извините, травма руки. Я локтем не мог работать, так что у меня правая рука не работала. Так что извините за такой длинный бой. Но хвала Всевышнему, победа Всевышнему, выиграли. Хочется поблагодарить в первую очередь моих тренеров Сухраба Ахмеда, Гелу Курамча, Магомед Магомедова, кучу других тренеров, Абдула. Особенно хочу поблагодарить своего доктора Гадишку. И доктор, который меня восстанавливал, доктор Али, он меня восстановил за месяц, меня ловил на локоть, чтобы она двигалась. В очень плохом состоянии был. Доктор Али Юсуф, салам алейкум, спасибо тебе. И, конечно, спасибо родителям. Мама, папа, все нормально, не беспокойтесь. Огромная, огромная благодарность Майербек Хасиеву, Амза Ахматовичу, патриоту за поддержку. Они очень помогли словом поддержки. Спасибо вам, братья. Саша, брат, всем салам алейкум. Спасибо всем землякам за то, что поддержали. Естественно, хочется поблагодарить своего президента Туркменистана за активную поддержку спорта. Спасибо большое и спасибо. Я тренируюсь в клубе Горец и город Харьков, где мой клуб Алабай. Спасибо всем. Спасибо. First of all, I would like to say a special thank you to Alexei Buturin. He was a really tough opponent, and we also even friendly talked during the fight.
as you can see, the fight was a bit slow. That was because my elbow was a bit broken, so I didn't quite use my right arm. I would like to say thank you to all my coaches, all my training team, all my brothers in Turkmenistan, to the president of Turkmenistan, my brothers in the Czech Republic as well. So that was a good fight, and thank God I managed to win there. What is impressive, you bring the Turkmenistan flag here. You see it so often around the stadium when you come and fight. How much does it mean to have so much support coming to travel to support you at these tournaments? Поделись с нами, каково это видеть, что у тебя здесь столько фанатов, столько поклонников, которые тебя поддерживают на этой арене. Во-первых, здесь, конечно, мои земляки живут, учатся. Мои братья, семья приехали из Туркменистана, целый самолет приехал поддержать. Спасибо всем. Спасибо, конечно, Байрама, который поддержал меня в Питерске. Спасибо, Байрама. So a lot of guys from Turkmenistan, they attend Petersburg, some of them work, some of them study, and many people simply travel here to support me, so thank them for that. Congratulations, and still, Dovlecan Yakshimuradov is your winner, ladies and gentlemen. Give it one more time. Ну что ж, друзья.